Зулайка Айджи помнит Балыкчи еще рыбачьим. Рассказывает, что проблемы с водой в родном городе начались пару лет назад. Несколько раз в ней пенсионерка обнаруживала червей. Одного даже перелила в банку, дабы отнести депутатам в Акимят и санэпидемстанцию. Но реакции так и не последовало. Женщина боится, что внуки, которые не глядя пьют воду прямо из крана, могут заболеть. Иногда черви выходят. Вот осенью выходили, зимой выходили. Время от времени выходят. Не каждый день. Много заявлений я об этом писала, но пока безрезультатно. Насколько опасны для человеческого здоровья эти черви, не ясно. Сейчас вода чистая, но буквально на прошлой неделе была хоть и без незваных гостей, но мутная. Жители предполагают, что иногда вместо питьевой по трубам пускают поливную. Есть мнение народа, что при том, что когда городу не хватает воды, они отпускают, заливают вот из этой трубы вода, которая не принята к эксплуатации, вот в этот водозабор, заливается сюда, и вот отсюда отпускают воду всему населению. Работники мэрии уверяют, что это не так. Питьевая вода с потоками поливной не пересекается. Первая хранится в общем резервуаре и пополняется из 17 артезианских источников. Вторая течет другими трубами. Мутность воды здесь объясняют иначе. Основная магистраль. Чистая вода идет, которая идет к этому, которая жалуется, вода грязная. У них трубы уже ржавевшие. А это им надо, эти трубы менять. Это уже ихние трубы бывают. Менять трубы, которые подводят воду к домам, должны сами жильцы за свой счет, уверяют в муниципалитете. Если горожане приобретут материалы, заменить обещают бесплатно. У нас все остается, понимаете, да? Ну, тогда ремонтные работы вот проведутся. Может быть, там... Как бы не были уверены сотрудники муниципалитета в качестве отпускаемой воды, все же после визита журналистов ее решили проверить. За полчаса собрали комиссию из служащих санэпидемстанции и водоканала. Вот мы специально вот вместе с представителями меры приехали сюда. Вот сейчас представители санэпидстанции будут. Они вот пробу отберут и этот результат сделают. Забор воды для исследования будут проводить 3 дня подряд. Результаты анализа будут готовы лишь спустя 1,5 недели. Олеся Цурикова, Владимир Маркулов, телеканал «Апрель».